И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Кунька Преслус. Как всегда, на моем канале я решил восстановить рубрику, возродить ее дешево и красиво. Ну, либо кастные сеты за копейки, да, немножечко переименовал. Хотелось бы сразу оговориться, что сеты будут идти по цене возрастания. То есть сначала самые дешевые, потом самые дорогие. На некоторых персонажей очень сложно подобрать какие-то кастомные или там просто какие-то сеты, да, разобрать несколько, два, три сета соединить. Очень сложно. Но если вы попросите в комментариях определенного персонажа, я постараюсь собрать на него кастный сет. Но запомните, что не на всех персонажей это канает. Ну а я вам показываю 5 персонажей, которые мне удалось собрать из разных сетов и получить, в принципе, конфетку. Понятно, что чем дороже сет, тем конфетка вкуснее и слаще. Ну что, не вижу смысла тянуть, погнали. И первый персонаж, которым мы сегодня начнем, это у нас Абадон. Выглядит он вот так у меня. Довольно-таки, кстати, классно получился, как по мне. Вот эта голова, этот меч, конь. Ну, по мне, это все классно сочетается. Такой вот вам Абадон выйдет всего лишь 8 рублей 9 копеек. Ну и давайте проверим его в действии. А следующий, кто у нас на примете, кто у нас следующий получил кастом сет, это Хускар. Вот такой вот я тролля сделал, знаете, какой-то пещерный тролль такой получился. То есть оружие такие из камня, сам весь бородатый, в мехах, да, то есть... Как по мне, получился очень стильный и классный кастомный сет. На нем будет приятно играть мидером, ну или куда вы берете обычно Хускаров троечку. Как по мне, очень красиво. И вышел он всего лишь в 26 рублей. 26 рублей стоит вот такой вот классный Хускар. Пойдемте и посмотрим на него получше. Следующий кастомный сет, который я собрал, это на Джиггернаута. Как по мне, очень даже классно смотрится. Ну, есть в нем что-то такое, знаете, какой-то стиль свой, да? Ну, мне он лично понравился. Опять же, напоминаю, что кастомный сет это то, что я собрал. Никто вам не мешает заменить ему меч или поставить другую голову. Я просто сделал так, как я вижу. Я художник, я так вижу. И Джиггернаут этот вам обойдется в 43 рубля 0,2 копейки. Да-да-да, копейки я тоже считаю, чтобы была сумма максимально точная на данный момент по стиму. Именно по стиму. Ну давайте его опробуем и посмотрим, что у нас получилось. И следующий кастомный сет на сегодня это вот такой вот палач Акс. Как по мне, смотрится максимально сексуально за свои деньги. По мне, это прямо один из самых лучших кастомных сетов, который у меня получался. И даже Immortal сет, который у меня есть, 2019 International, я считаю, не настолько классный, как этот. Опять же, можно заменить эту косу на что-нибудь другое, но я захотел именно эту косу. Итак, такой вот Акс вам выйдет в 44 рубля 50 копеек. Согласитесь, он стоит как...
каждого рубля, который вы на него потратите. Просто идеальнейший палач. Пойдемте скорее заценим его. И крайний на сегодня сет на Легион Командер. Хотелось бы сказать, что он вышел довольно-таки дорогой, но зато посмотрите, какая гарпия у нас получилась. Просто гарпия-воин с огромным таким вот, блин, палачевским секиром, я не знаю, как еще сказать лучше, с крыльями. Здесь у нас когти, такие доспехи. Да, сет вышел довольно-таки дорогой, 138 рублей по стиму. Я знаю, что некоторых эта сумма отпугнет, но этот сет мне тоже, кажется, стоит каждого своего рубля. Именно Акс и вот Легион Командер мне понравились больше всего на свете. Вот реально я на этой легионочке даже поиграю в ММ. Но я думаю, сюда бы, если еще взять Аркана Клинки, будет вообще полный секс. Но чем богаты, тем и рады. 138 рублей, знаю, что многих могла шокировать эта сумма, но посмотрите, такого воина гарпии нет ни у кого. А я вам его помог собрать, но давайте ее скорее заценим. Ну и на этом сегодня все. Скажите обязательно, напишите, точнее, обязательно в комментариях, как вам эти кастомные сеты, какие сеты вам больше всего понравились. Стоит ли пытаться сделать такие красивые, но при этом дорогие кастомные сеты? Хотелось бы добавить, что все названия предметов на персонажей будут в описании ролика, так что обязательно посмотри туда, если тебе понравится тот или иной сет. Все названия предметов будут в описании к этому видео. Обязательно пишите, какие кастомные сеты, на каких персонажей вы бы хотели увидеть. И самые залайканные, самые популярные, я, конечно же, постараюсь собрать. Но на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!